Студенты-медики не только корпят над учебниками и лекциями. В этот день учащиеся медицинского колледжа решили отдохнуть от занятий и блеснули своими талантами. Будущие медработники пели, шутили, показывали инсценировки. Здравствуйте, я медсестра вашего отделения, меня зовут Агина. Здравствуй, внученька! В жюри специалисты своего дела, медсестры из разных медицинских организаций, эксперты по практической части, студенты старших курсов медколледжа, победители областных соревнований. Этапы конкурса традиционные, теоретическая часть и практические задания. Кроме того, студенты покажут свои творческие способности. У нас есть конкурс, который мы проводим впервые. Это составление капитанами команд. В рамках конкурса капитана команд Синквейна покажут свои творческие, аналитические, интеллектуальные способности и домашние задания. Конкурсанты продемонстрировали свои знания и навыки и показали себя неплохими специалистами. Особенно тронуло всех домашнее задание. Команды представили видеопрезентацию, где каждый участник признался в любви к выбранной им профессии. Помогать людям! По завершению все участники получили сертификаты, а команда победителей – диплом. Такое точно не забудешь, говорят конкурсанты. И этот день здоровья для студентов останется в памяти навсегда. От конкурса мы испытали много радости, переживали, очень сильно готовились. И мы должны были победить, мы чувствовали, что мы должны победить просто. Мы так готовились, такой мандраж был, такая суматоха, суета, и все не зря. Лариса Драгункина, Илья Урванцев, Лидия Кагородцева. Информационное агентство «Курган.ру».